Привет, друзья, привет, гости канала. Сегодня я вам покажу гниды на вашем телефоне, которые нужно отключить прямо сейчас. Берите в руки телефон и повторяйте все за мной. Эти настройки работают как на Android, так и на других фирмах. Имеется в виду Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и так дальше. Заходя в настройки, вы увидите пункт, который называется Google. Вам нужно сюда зайти. И здесь у вас будет вот пункт, который называется «Персонализация с учетом общих данных». Когда вы сюда зайдете, у вас вот эти вот пункты будут включены, и до этого еще будет телефонная книга вдобавок. Я ее раньше отключил до обновления, потом обновился, она у меня уже пропала. У вас она будет, это вот вы разрешаете приложением этим Google и карте, и телефонной книге на данном устройстве, чтобы сделать Android типа еще лучше, например, усовершенствовать рекомендации и подсказки. И вот эти вот данные будут собираться и отправляться вашим разработчикам. Вот эти вот два пункта отключить, а тем более вашу телефонную книгу, потому что будут знаться все номера, и на основе этих номеров собираться база данных. Вы там написали, например, автослесарь. И будут люди, Google будет знать, что это автослесарь, ему лучше какую-то там рекламу на этот номер отправлять, может он ее купит, потому что он так подписан. И следующая настройка, возвращаемся назад, называется реклама. Заходим в рекламу, вы сразу увидите, вот так вот будет у вас рекламный идентификатор, будет сгенерировать новый идентификатор, который приложения смогут использовать для персонализации объявлений. То есть все будет собираться, его нужно сбросить. Вот так вот, и снизу нажать «Удалить рекламный идентификатор». Так ничего не будет отправляться на сервера компании, а вы будете в полной безопасности. Пользуйтесь.